Sports. Доброе утро, люди добрые. 7 утра у нас. 26 мая. Среда. Пойду сейчас стекло отмывать. Видите, 20 минут по жучкам проехал, что творится. Короче, нас еще пока на выгрузку не пригласили. Вот мы вот с этим вот башкиром вместе записывались. И вот сейчас о ночи. Ну вот еще кого-то. Вот ман заезжает. Да, этот ман стоял желтый. И за маном там еще вон Вольво. Он тоже только заехал. Поэтому когда нас выгрузят, неизвестно. Надеюсь, до обеда, по идее, должны. Вот, так что выгрузка круглосуточная, но это не говорит о том, что вас разгрузят очень быстро. Хоть поспать получилось. Нормально. Там ездит кто-то, да. Тут надо сразу же окна закрывать. Сейчас полная машина пыли будет. О! КамАЗ несется. Че бы, пойдем, стеклышко помоем. Окошко. Добудем это. Завтрак. Что-нибудь тут. Чаек поставим, кофеек. Дальше уже не в нашей власти. Все, что надо было, мы вчера сделали. Теперь осталось дождаться, разгрузиться. 3:30 дня, друзья. Нас только начали разгружать. Четырнадцать часов я простоял здесь в ожидании погрузки, выгрузки. Вот вам и круглосуточно. Неужели мы отстрелялись? Время 4:30. Что мы сегодня даже прицеп сдать не успеем. Нам еще сейчас шефа дождаться надо. Должен подъехать. Подарки передать ему нужно. Призы всякие. Так, хочу вот сюда к обочине встать. Исторической родины, что же передавали. Сейчас мы его дождемся. Он, видите, как Вольвочку старую одиночку эвакуирует. Подцепили.
теперь вернемся к нашим баранам. Едем мы сейчас с вами на Легат Сервис. Ну, это туда, не Домодедово, а туда, по четверке, 37 километров нет. Уже после 107-й. Завтра мы туда сдаем прицеп. Когда мы его заберем? Вот это вопрос, когда мы его заберем. Вы превышаете допустимую скорость. Ну, нам, чтобы туда попасть, надо сейчас на старую каширку уйти. Вот она с правой стороны параллельно идет. Сейчас вот на 107-ю свернем. Нам не на ЦКАД, нам на 107-ю надо. Сейчас попадем на ЦКАД, мы потом на 107-ю не попадем. Вот видите, это сюда, вот это направо, налево. Это на ЦКАД, а мы на 107-ю. Потому что мне тут чуть-чуть, буквально 700 метров и налево. Но вот эти 700 метров на этом светофоре мы сейчас тут... Он тут всегда стоит. Мы сейчас маленько потолкаемся. Готовьтесь к левому повороту через 600 метров. Все, проехал ЦКАД, сочувствую. А, это может пробку просто увидел, поэтому тебе стало жутко, да? Братан. Проедьте 2,7 километра. Все, уже свернули сюда. Сторону. Вообще Барвина он находится где-то здесь вот, сервис уже со старой этой каширки уже тоже свернул. В общем-то недолго, 6:30 всего. Недолго мы сюда как бы и толкался там недолго. Сейчас тормознемся здесь, пойдем он. А там тоже, там Дикси есть. Ну, пойдем вон в пятерочку сходим. Короче, пойдем пошляемся. Сейчас вон там дальше машину кинем. Вообще, в принципе, можно даже вот сюда вот ее согнать. Вон, смотрите, какая площадка огромная, да? А что я ее там буду кидать? Сейчас я вот сюда вот съеду. И вот там ее поставлю. Тут место, ё-моё, делай что хочешь. Зачем на дороге оставлять? Магнит, косметик. Ничего нам не запрещает сюда съезжать. О, заодно пойду магнит, косметик схожу. Надо мне там тоже кое-что поглядеть. Не торопись, сударыня. Стоянка грузового транспорта запрещена. Хороший знак. Администрация торгового объекта. Я ненадолго. Здесь-то дорогу положили. Интересно, а к самому сервису дорога есть или нет? Раньше не было. Ничего не изменилось с нашего последнего здесь визита. Ой. Абсолютно ничего. Дороги как не было, так и нет. Так, где тут лучше стать?
наверное, вот здесь возле забора мы и станем. А завтра вывернули и пошли туда, в ворота. Нормально. Проезд есть, все есть. Все. Тогда уже время 8 час, никуда я сегодня даже не пойду. Пойду только спрошу, со скольки завтра работают. Ну, по-моему, часов с 8. Все на этом, друзья. До завтра. Завтра сдаем прицеп. Добрейшего, братцы. 27 мая, 8:30 утра. Видите, пацаны за прицепами, за новыми стоят. На манах, на мерсах. И за мной, по-моему, там еще кто-то стоит. А, это он сюда переехал, на Мерседесе. Вот. Кёгель сервис, Легат. Легат компания, по-моему, да. Все, пропуск выписан. Заезжаем сдавать нашего страдальца. Как бы надо в другие ворота заезжать, там с правой стороны у них другие ворота. Или врата. Ворота, наверное. Говорят, заезжайте здесь. Ну, не развернуться просто. Неудобняк немножко. Тут уже, ну, новые прицепы вон пацаны тоже пригоняют. Я так понимаю, с Европы гонят или откуда. Головы брянские прицепы вот. Прямо перед, по курсу вон стоят уже. 3 или 4 прицепа с утра загнали. Да, когда мы тут были последний раз, вспомнил, не только мы сюда пригоняли этот делать. Мы же еще когда-то до Миши прицеп там поломали. На выгрузке мы еще сюда приезжали, нам его тут делали, по-моему, день или два. Сказали, в общем, здесь машину поставить и идти искать кого-то. Понимаю, нам вот здесь вот и будут делать. В самом случае, красили когда-то я ворота тут, в бывшей конторе пригонял, мне тут вот и делали. И красили ворота сзади, меняли. Там. Пойдем. Попросили тут что-то со склада ребятам перевезти. Все равно, говорит, ваш прицеп туда куда-то вниз. Слушай, какие проблемы? Конечно, вообще вопросов нет. Сейчас подгоню. Загрузят то, что надо. Отцепим. Пойду, ворота открою. Вот новенькие пацаны пригнали. Вот точно такие же, как наши. Смотрите, какая красота. А
Огонь. Не, мне Кёгер вообще сам по себе нравится. Надежная техника. Вопросов нет к Кёгелю. Вон сколько их здесь. Всяких разных, каких хотите. Новья. Какую-то железяку загрузили, пацаны. Длинная, на весь прицеп длиной. Куда-то вот сюда, на нижнюю территорию. Расширились. Раньше вот этой площадки, по-моему, не было. Или было? Вот тоже стоят новенькие, да? Че, кто его знает? Может, мы когда-нибудь еще приедем сюда за прицепами. Но Кёгель очень нравится. Вот. Я не знаю, как сейчас там шмицы. Раньше к шмицам были вопросы пониженные, по ходовой. А может быть, вот сюда куда-то надо. Ну что, сейчас придут, скажут. Где, чего, куда. Наверное, здесь мы и расцепляться будем, походу. Сколько их, красавцы. Хорошая техника. У меня вопросов вообще по прицепу нету, вообще никаких вопросов. Валперисы тут ремонтируются, тоже вон стоят прицепы. В общем, ждем. Загнал прицеп к мойке. Парней, тут мойка. Говорит, мы его помоем. А потом уже сами, говорит, загоним куда надо. Все, наше дело сейчас осталось только расцепиться. И мы можем быть свободны. Пойдем, займемся расцеплением. Ну все, родной, давай, до встречи. Сейчас парни тут тебя подлечат, и будем дальше, поедем работать. Нас ждет Магадан. А мы поедем устранять вот этот косяк, мой, вот тот косяк, не мой, и так далее. Не знаю, посмотрим. Если вопрос по аренде прицепа не решим, а так как тут все планируется задержаться дней на 10, может, домой поедем. Не знаю. Есть тут мыслишка. Если получится, договоримся. Может быть, поедем. Другой прицеп зацепим, пока наш будет делаться. Тоже, видите, видно, после аварии переда нету.
Что Валберисов тут много стоит. Ой, тут много прицепов вон поломанных. Так, а выезжать, наверное, нам сюда, да? Или туда же? Не знаю, мне никто ничего не говорил, поеду туда же выезжать. Короче, вот посмотрим сейчас. Сейчас едем на базу. В любом случае, сегодня день. Надо тут тягачом позаниматься. И вот как раз сегодня, может, что определимся. Возможно, ну если на дней 10, так придется домой ехать. А там не знаю. Там, может, Миша выйдет. Или я вернусь. Я вообще планировал еще июнь поработать. Посмотрим, короче. Не могу пока ничего с уверенностью сказать. Получится договориться, конечно, поедем. Ну, стоять столько времени. Лизинг-то никто не отменял. Платить-то его надо. Деньги где-то брать надо. Вот. Поэтому... День только начался, 15 минут 10. Все, мы уже сдались. Выезжаем. А, стоп, а пропуск? А, наверное, пропуск не надо отдавать. Мне не принесли его. А, ну пропуск это ж на прицеп, точно. Тягачом-то я поехал. Все. Погнали на базу. Поехали на базу. Пробу же на прицеп. Потом, наверное, сдавать. И открывается все. Не надо ничего сдавать. Порулили мы. Сегодня 27-е. По великому... Ой. По бездорожью. Не надо нам налево. На старую каширку мы не поедем. Мы сейчас прямо на М4 выскочим. Тут по тайными тропами. Там не перегородили, конечно, дорогу. Все, где-то там наш трейлер, по-новомодному скажем. Не перегородили. Так непривычно без прицепа ездить. Ох, тут тоже, правда, ямки. Ну ничего. Зато намного легче. Я имею в виду, короче. Давай, УАЗик, давай. Торопишься. Газуй. Чего ты не газуешь? Ты ж так спешил. Не могу с твердой уверенностью сказать, можно нам тягачом без пропуска на МКАД въезжать или нет. Вот нет такой уверенности стопроцентной, поэтому
Не будем рисковать. Поедем по 107. Не под скат, а по 107. Нам до пятерки переехать, и по пятерке мы уже спустимся к Москве. Или поднимемся, неважно. Но на скат не будем уходить. Если даже где-то что-то и потолкаемся, ну тут как бы эти же все львовские, все это страшное мы проехали. Так, подождите, вот это нацкат выход. Да, это нацкат. Бронница дальше. Бронница вот сюда. Мы никуда не торопимся, спешить нам некуда. Можно проехаться и так. Через МКАД короче, но я же говорю, вот что-то нет уверенности. Тут это 12 тонн, по идее, но тягачом-то, по идее, мы подходим. Кстати, ну, напишите, кто в теме. Можно было выезжать или нет? Так-то да, что бы тут по четверке дунул. Там по МКАД до пятерки до этой, до Дзержинского перебежал, и все. Тут не намного дальше, тут километров на 15 может. 10-15 от силы. Проедем мы по 107-й. Тем более все самые страшные переезды, они остались позади. Перепроложить. Ну перепроложи. Как интересно, они эту штуковину лебедкой поднимают. Из этой с ямы. К столбу лебедкой и подтягивают лебедочки, потому что так не вытащить. А мы толкаемся. Как вы видите, туда все стоит, оттуда все стоит. Москва регион.
тут сейчас до светофора. Метров 800 еще. Потом должны будем, наверное, поехать. Развлекаемся. Музыка. Слушаем. Что делать еще? Никуда не денешься. Здесь такая реальность. Постоянно в пробках. Катастрофа. Хвоста нет, видите? Безхвостые мы. Скинули, как ящерица. Отрастет потом новый. И водку тоже не пил. До свидания. Говорит, не пил. Операция нюх-нюх. На следующем повороте поверните направо. Улыбнитесь, каскадеры. Еще так у меня не спрашивали ни разу. Прикольно. Дядька такой серьезный такой. Мягко скажем, слегка в теле. Ну еще первый раз вот тут у меня так вот остановили. Время уже 11:20. Может, что без прицепа еду?
втором ряду ехать. Погнали! Там осталось 4,5 километра. Ой! И мы на месте. Братцы, это Илья, который любезно согласился привести нашу кожу, рожу в порядок. Попробовать хотел. Попробовать. Ну вот мы как бы это готовимся к процессу. Кстати, вот там мы уже все сделали. Брызговик. Сейчас пока покажу. Вот, с правой стороны мы уже эти все выровняли. Брызговик переставили. Осталось только сюда этот купить. Площадку тоже сняли. Сейчас там пошли равнять. Вот. И теперь у нас салоном решили позаниматься. Ну, посмотрим, что получится. Сколько по времени, Илья, примерно? Ну, я не знаю, я думаю, за часик точно управимся. Все? Это максимум. Я на побегушках, это принеси, подай. Не мешай. Ты что, уже за 5 минут все выровнял? Какой 5, цель 2 часа работает. Каких 2 часа? Что ты расскажешь, 5 минут назад унес? Ё-моё. Она новой такой не была. Не, наверное, загнутой стороной сюда гоч, или без разницы? Я наверное, как хочешь. Ага. Сейчас посмотрим. Так, я туда перейду. Ну, сюда, закрыть домой. Ну, ты вообще это спрятать хочешь, да? Да. Ага. Ёлки-палки. Новый автомобиль будет. Со старыми дырками. Ну, красавчик, ну. Все. Я думаю, мы 3 дня делать будем. Гоча. Не, Витя, я. Не? Сейчас шеф приедет, посмотрит. Он ему на BMW делает. Да, может и он закажет. Сейчас. Как раз должен скоро подъехать. У него же тоже там все. И на твоей, Гоча, выгоняй свою. Сейчас скоро, вот через час результат будет. А что, все грязь убирает, да? Ну я ж не знаю. Вик сказал, что все сделает. Нет, я понимаю, это просто грязь убирает, да? Она чистит кожу, да. Чистит, да. Ну вот уже водительская, да? Совсем другая, как новая. Вернее, ну новым таким не было. Еще, да, еще с чем-то пропитывать будем, да? Да, пропиткой потом. Ага. Крем. Крем, о. Хорошо, не мешаю. Да, положи, Гоч. Все, друзья. Вот я сижу. Скользко. Вот результат. Да? Ну, как Илья сказал, ну, понятно, это сиденье у нас эксплуатируется меньше. Это, не обращайте внимания, это мы все вымоем. Вот это эксплуатируется больше, но оно стало, ну, как новое. Руль, понятно, что уже с потертостями, естественно, ну, уже 3 года, 24 часа в сутки практически за него руками держится, но все равно все это дело мы отмыли, Илья, вернее, отмыл. Так что вот, как-то так. На бардак не обращайте внимания. И все здесь тоже. Все готово.
Короче, друзья, если кому понравилось результат, Илья, контакты, ссылочка, ссылочку оставлю в описании на Илюху. Если кому нужно что-нибудь по машине, вот. Я тоже ссылочку оставлю в описании. Коча, ты куда пошел? Ну ладно, я еще. Так что все, братцы. Если что, ссылочка в описании. Илья, обращайтесь. Быстро, качественно и надежно. Все сделает.